Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, вот у нас ночью вот такой дождь выпал. Вот видите, известь на малине. Вот вся она белая, поэтому уже хоть и ягоды есть, мы уже есть. Есть уже не будем. Зачем рисковать? Все в извести вот. Что это было, никому не понятно. Вот. Это же вообще, смотрите, ужас. Всем привет. Вчера приехал к маме в деревню, помыл машину. Сегодня утром выхожу, наблюдаю такую картину. Прошел сильный дождик ночью. Вся машина покрылась белым налетом. Не видно. Видимо, нас вакцинируют с помощью выпадения осадков. Вообще вся белая, вообще все просто вот, вот просто зря мыл машину. Вся машина белая. Короче, с неба нас травят. Жестко прям. Мойте руки. Вышли на улицу, помыли руки. Зашли с улицы, помыли руки. Бочки все с водой белого цвета. Все в белизне. Мангальчик белого цвета. Вот, Лен, смотри, что творится. Такой дождь был. Вся белая. Сейчас в огород пойду. Там посмотрю. Вот на ягодах листья. Видишь, какие все белые. На малине тоже. Малины много еще. Этот все детям не буду давать. Скажу, что этот отравленная. Вот клематисы. Все в извести полностью. Вот эта роза тоже. Вот. Зато вот мультифлора была под крышей. Видите, ее не тронуло. Ну, не попало. Вот. Все нормально. Напишите, друзья, что это у нас было.